Уже 4 месяца в чебоксарских маршрутках, автобусах и троллейбусах можно расплатиться единой транспортной картой. Однако еще остались предприниматели, которые пренебрегли требованиям постановления Кабинета министров Чувашии. Отдел транспортного обеспечения столицы совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверили работу маршрутных такси. Всего было остановлено и осмотрено 6 маршрутных автобусов. В отношении одной только 49-й маршрутки было составлено несколько рапортов за отсутствие терминалов оплаты ЕТК. В связи с участившимися жалобами пассажиров на отказ перевозчика принимать к оплате карты ЕТК, городские власти в одностороннем порядке расторгли договор с индивидуальным предпринимателем.